6. Мы начинаем, номер 2 получает еще один фол. Мы начинаем обвинение и начинаем переворот на мяч. Я звинувачу номер 8. Бачу його реакцію по грі. Я не можу так стовідково слайвати по номер 3 або номер 4. Номер 9 чомусь для мене, я сам в шоці, чомусь вона для мене красна. Тому я буду голосувати у двійку. Якщо мене вб'ють цією ночі, прислуховуйтесь. Дуже помилка була в той, хто я казав, що прислуховуйтесь моїм словам, коли я, якщо мене вб'ють. Мене вбили і ніхто не закцелював на номер 1. Так, очень-очень интересно послушать, расскажу почему, послушаем двойку, услышу стремление в свете для себя. Шестерка, я что-то ее совсем не знаю. Ты и ты, мафия, все, больше никого. А сейчас, вообще, с каких соображений я себе сижу тут, паника с этого вообще, с происходящего всего. А тут топ номер 8, слышу, еще и кто-то не знаю. От номера 6 я просто уже не знаю. А если вы мирный, это будет обидно. Не вызывает подозрения. Потому что вы ведете игру, понимаете? У нас нету комиссара, он не может вас проверить. Значит, у вас сейчас... Это некрасиво. Ну, типа, бла-бла-бла. Ну, я же общаюсь. Мне кажется, двойка сейчас красная. Намек на свою красную, и это очевидно. Ну, значит, методом исключения у меня остался номер 1, 3, 4, 6, 8. То есть немного игроков. Мы сейчас не должны... 9, спасибо. Номер 1. Значит, тут была ранку міста, це останній день. Оце означає, я вам відповім у звинуваченні. Ви не перший раз за мною граєте, не треба ламати комедію. В общем, мені дуже з вашої річ сподобалось, вона мене вразила. Ви проєктували на номер 8 свої нервування. Я розумію, від чого можна бути в шоці, тому що шостий не може просто приховати, він тут ходить, кругом. Двійка тут просто в істерики б'ється, доказує свої дійсно такі. Не буду казати, про яку роль йдеться номер 6. Ну, просто подумайте після гри, я вам можу розкажу. Але не зараз. А номер 9 вже все зрозуміло і буде стріляти в когось іншого цієї ночі. Бо двійку, ну якось не резонно. Тому, якщо ми або 4, або 9, які в коаліції мене звинувачують, то вже тягав. Потім говорила, що ви красна ігрок, да? То есть такі непонятні взагалі, якісь необ'яснімі речі. А це ми город, да? Чи, не знаю, голосуємо за шістерку, четверку и девятку. Восьмерочки верю абсолютно и вам верю. Так что если мы не вынесем, сейчас просто ничего не будет. Номер второй и шестой у меня всегда вызывают подозрения. Четыре. Номер восемь. Три. Номер девять. Номер четыре вас убивает. У вас есть последнее слово и вскоре смотрите. Можно сначала карты по номеру. Что, конечно, жалко, что в первую руку били меня вот так вот быстро, вот. Но вы, конечно, очень хороший. Я вам не кажусь. Спасибо. Вы тоже секунд дебют, очень ваши хороши. Просыпается мафия. Мафия делает свой маток и засыпает. Засыпает
Я бы его еще так, он знает, что он активный, но если вы маньяк, считаете, что он уже активный, скорее всего, он доктор, да. Ну, остается еще. Давай будем. Нет, номер 6 убивать не будем. Я двумя ногами за номер 9 и не сдвинусь с этого. Двумя ногами номер 9. Вы меня поддержите? Можно я скажу? Давайте тушить девятку, просто тушить и уничтожить. Девятый, надо было. Ну из четырех трое хотят тушить вас, понимаете? Некому доказывать. Я вам объясню. Можно же не сидеть? Можно все-таки закончить? Мы заканчиваем игру. А можно закончить речь? Все три. Мы все понимали. Да, Катечка, ну сдавайтесь, вы очень классно играли, вы нам очень понравились, я вам почти поверил, так что... Игрок номер 2. Та-да-да-дам-та-дам! Спасибо! Номер 6. Ту-тум-ту-тум-ту-тум! Спасибо, номер 8. Если все и понятно, но на крайний случай, потуже случай. Номер 9. Вам придется воспользоваться этим красным крайним случаем. Говорилось. Ну что я не Маша. А чем вы говорите Маша? Я не знаю. Какая-то в принципе не попадается. Все, друзья, спасибо. Начинаем голосование. Номер 6. Номер 9. Номер 9. Ну, конечно, это номер 6. И номер 2. Номер 9. Вы сейчас увидите просто самую красную карту. Я не понимаю, лицо красное, да, за